29 сентября в спортивной юношеской школе города прошел День открытых дверей. Это же событие традиционно знаменует начало нового спортивного сезона. В этом году более 80 ребят от 7 до 18 лет открыли для себя двери в мир спорта. Ведь выбирать в городе есть из чего. Лыжные гонки, баскетбол, борьба самбо, дзюдо и королева спорта – легкая атлетика. Секции, на которых уже занимаются свыше 350 детей. Что ждет на тренировках, какие приемы и техники предстоит освоить – об этом новичкам не рассказали, а показали спортсмены, которые проходят обучение в школе не первый год. Многие из них уже завоевали первые награды и прославили Десногорск на областных и межрегиональных соревнованиях. Готовят ребят к победам профессиональные и заслуженные тренеры. Среди них как молодые специалисты, так и спортсмены с большим тренерским опытом. В новом сезоне десногорских спортсменов ждут новые победы и новые покоренные вершины.